Dzień dobry wszystkim! Teraz próbuję mówić po polsku. To dla mnie jest bardzo trudne. Nie umiem mówić, ale umiem dobrze czytać po polsku. Teraz idziemy do sklepu Leroy Merlin w Rosji. Zobaczcie. Идемо далі. Тут в Петербурге погода есть подобна в Гданьску. Дорога до склепу. Файно. Файно есть дорога. Нема мы тут склепу Леруа Мерлин. Тут только выдача крупногабаритных товаров. Упс. То малый плац забав для Джесси. У дому. Яся бавится. Мы уже в дому, пьем хербаты. Да так тяжело. Тарас готовит российские пельмени. Завше роблю их в доме, не покупаю в склепе. Я улюбила пироги с жемяками. Антон и Яся с месяцем. Пирогов в склепе не купую, для того же... Месяца мало и есть бардзо дорого. Сама дуже готовит то, что можно купить в склепу, але в склепу бардзо дорого. Мне очень трудно дается говорить на польском, но я продолжу. В остатнем фильме я мовила, что цены в России в склепах с едзеньем сближены до Польски. Але я не мовила о заработках. Заработки в Петербургу сближены до Польски 3-4 тысячи... тысячи... Мне очень тяжело. Одна закупка в склепу... То есть, бардзо дорого. Дорого млеко, дорого масло. Дорого всё. Одна закупка в склепу коштует 50-60 злотых. Але сейчас нужно жить экономичнее. Правдоподобно можешь купить для себя едзение наитаньше. Але то не есть здорово едзение. В общем, я не смогу продолжить по-польски, потому что я дико устала, уже прошел целый день, уже закат, вечер, а я все никак не могу записать видео, потому что мне приходится переделывать несколько дублей, и для меня на самом деле очень сложно говорить на польском, несмотря на то, что я неплохо читаю. Не знаю, почему так, у меня этот акцент, и для меня это сложно, поэтому я буду практиковаться, и будет в каждом видео теперь постоянно моя практика на польском. Надеюсь, вы поймете и не будете сильно смеяться. Получалось у меня говорить по-польски? Не очень.
Яся даже говорит, что не очень. Ой. Ну, в общем, я буду тренироваться, буду еще больше учиться, пойду на курсы обязательно, буду стараться больше практики делать, чтобы говорить на польском. Прошу прощения, если я допустила какие-то ошибки, неправильно говорила. Многие на прошлом видео заметили, что я часто улыбаюсь. Конечно же, я улыбаюсь, потому что в России я провела все свое детство, всю свою жизнь почти что. В России я разбираюсь во всем, и я здесь все знаю. Поэтому, конечно, я здесь могу улыбаться, могу смеяться. Некоторые вещи меня просто веселят, потому что весело смотреть и думать, что вот, а тут еще до сих пор так делают, либо же наоборот удивиться, вау, вот это новое, даже за границей такого нету. Что-то вызывает восторг и восхищение, а что-то наоборот, ты думаешь, блин, как не додумались еще до этого? Мне бы хотелось ответить на комментарии от прошлого видео. Я немножко была поражена, то, что все начали писать там всякие них некорректные вещи. Я просто показала центр Санкт-Петербурга. Центр Санкт-Петербурга, он и правда очень красивый. Я думаю, что Санкт-Петербург на самом деле один из самых красивых городов мира. В каждой стране есть очень красивые города, и вот в России Санкт-Петербург — это очень красивый город. По поводу цен. Конечно, когда ты заходишь в магазин, пересчитываешь русские рубли на польские злотые, то тебе кажется, что цены похожи. Но когда ты начинаешь жить, покупать каждый день продукты, ходить в магазин, наблюдать за этим всем, то ты понимаешь, что на продукты уходит довольно много денег. В Польше мы делали раз в 2 недели закупку примерно на 100-130 злотых. Это была такая большая закупка. Тут же мы купили вот это вот все, и каждый день нам что-то нужно, купить там сок Яси, купить еще что-то, но это стоит очень дорого. В общем, на продукты здесь уходит довольно много денег, приходится каждый день ходить в магазин. Ну, возможно, это еще связано с тем, что мы не обустроились, а мы только заехали, только приехали, и мы еще ничего не купили. Даже не знаю, как это описать, но пока что я не в восторге от того, сколько денег уходит на походы в магазин. Также меня в комментариях попросили отъехать 60 километров от центра Петербурга и показать, как живут люди там. На что я хочу сказать, что скоро я поеду за 3000 километров от Санкт-Петербурга, я поеду на Урал и покажу вам города на Урале. Там, конечно, нет такой красоты, какая красота есть в Санкт-Петербурге. И я вам покажу, как выглядит город, чисто там, не чисто, вы сами все увидите. Сами посмотрите, и, конечно, если у меня будет возможность, то я буду путешествовать по России и показывать вам все. Пока у меня много дел, которые я должна сделать очень быстро, и поэтому сейчас первые недели я, конечно, разбираюсь со всеми делами, потому что в России меня не было целый год, а делов теперь на 100 лет у меня появилось вперед. И проблем столько же. Насчет того, что Европа собирается закрыть въезд для граждан Российской Федерации и Польша относится к их числу, я думаю, что власти в Польше, которые принимают эти все законы, подумают о людях, у которых есть польское происхождение, и дадут шанс этим людям приезжать в Польшу, хотя бы просто погостить. Но если такого шанса не будет, то, конечно, я буду просто ждать, потому что со временем я надеюсь, что ситуация изменится, а пока что, если закроют, то буду ждать, у меня нет других
вариантов, наверное, ни у кого их нету. Мы просто ждем, что скажут. Ну, напоследок, наверное, скажу, что в следующем видео я буду стараться еще больше. Я больше попрактикуюсь в польском и попробую сказать намного больше, чем я сказала в этом видео. Для меня это очень сложно, поэтому прошу поддержать меня. И давайте вместе посмотрим, как же живут в России. Думаю, это будет весело и увлекательно, потому что не все, что показывают, есть правда. Есть и другая сторона медали. Посмотрим, как живут на самом деле, потому что мне самой интересно. Но, конечно, после Индии и Вьетнама меня мало что удивит теперь. Так что подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки. Всем пока-пока и до видения!